номером 7 Виктория Альянова, под номером 27. Доломают нам сегодня камеру, судя по всему. Первый штрафной Виктория не попала. Второй в цель, 3-1. Впереди находит на дуге 27 номера и трехочковым. Пасует. Кононова решает из-за дуги сама атаковать Светлана и забивает трехочковый. Вашингтон в атаке посимпатичнее смотрится. Потежный первый штрафной забивает. 10 очко своей команде приносит. И со второй попыткой также справляется. Не бросок, не попадает. После подбора забивает 18 номер Ларисы. Второй в цели она справляет. И с третьим броском также Анна справляется. Кононова, Чевычалова. Рябинчук со средней дистанции точно атакует 10 номер Вашингтона. Спаркс. Гордова вновь не попадает. Кононова на Холмскую. Анна завершает атаку из-под кольца результативным действием. И Машненкова под номером 23. Рябинчук на Машненкову, Мария забивает 2 очка. В позиционном нападении Мистикс. На средний бросок решается Рябинчук. Уверенно реализовал. Заваливается первый мяч в кольцо. Татьяна, первый мяч в кольцо. Татьяна Милякина первыми баллами за результативность отмечается. Второй более уверенно забивает Парсону. И 54 номер Спаркс забивает 2+1. Если Спаркс вернутся, в итоге трехочковый для Пала. Второй точно. 25-7. Лидеров команды пока ничем не может помочь. Машненковый из-под кольца забивает 2 очка. Паркс в итоге потежное бросает. Ангелина промахивается, но после подбора. Ирочкина с мячом. Хорошая двойка с Холмской. И Анна забивает 2 очка из-под кольца. Входит на линию Лариса Иншакова. Первый штрафной тур. Из ворота атакует и забивает от счета 10 от Вашингтона. И Рябинчук. Передача не справилась. Рябинчук Татьяна. Вот сейчас быстрый отрыв удастся. И Чалова завершает после передачи потерь. В защите особенно ничего не дает своим соперницам сделать. Вот хороший полукрюк. Рябинчук забивает. Она тяжелый бросок все-таки реализует через Рябинчук, забила. Хорошую передачу на Гордову отдала и тайм-аут берет команда Вашингтона. Немного к своим соперницам для Лос-Анджелеса. Забивает первый штрафной Лариса Иншакова. Второй также цель. Вновь на линии штрафного броска. У Виктории пока одно очко. Вот сейчас второе она набирает. И третье вслед за ним. Вот сейчас Гордова будет два штрафных пробивать. Первый штрафный забивает. Машненкову передачи находит. Мария атаковала из дуги не точно, но как-то нерасторопно сыграл он на подбор. Во второй попытке точна. 16 очко для своей команды. Машненкова.
Хорошая передача на Альянову, и Виктория легкие 2 очка набирает. Шакова под кольцо лезет, и тяжелый мяч достаточно забивает Лари. Первый штрафной забивает Гордова. Юдочкина. Треху решается сведение. Попадает 27 номер Вашинова. Из-за дуги Светлана забивает 3 очка. Проходит под кольцо. Никто ее не встречает и не подстраховали. Баскетболистки Мистикс друг друга. И легкие 2 очка для Лос-Анджелеса. Второй в цель. Третий в цель. Отправляется.